Ну, в общем-то, ребята, всем привет! Меня зовут Полина, и в этом видео я буду показывать вам то, что находится в моем телефоне. Сейчас это первая страница. В общем-то, здесь находится время. Сюда я вообще не заходила. Музыка, Google, Яндекс и папки. Папки, в которых я очень редко бываю, прям, ну, очень редко. Например, вот эта папка, в которую я вообще не захожу. Это Яндекс, Huawei. В общем-то, что все в моем телефоне. Какой-то диспетчер, можно так сказать. Опера и новости. То есть сюда я вообще не захожу. Мне эта папка просто неинтересна. Это папка Google, можно так сказать. То есть здесь Google. Google диск, Play музыка, Play фильмы. Две запятые. Google фото, голосовой поиск, настройки Google, Play Market, Gmail, Google карты и Chrome. То есть сюда я вообще захожу только из-за Google и из-за Play Market. Тоже как-то неважная папка для меня. Следующее. Это те папки, которые мне, наверное, ну, важны больше всех, в которые я захожу чаще всех. В общем-то, первая папка, в которую я тоже в основном... Ну, не особо захожу. Захожу я сюда только из-за часов, если мне что-то нужно настроить, из-за файлов, если мне что-то нужно очистить, опять же, из-за диспетчера телефона, потому что что-то опять нужно почистить, потому что мне не хватает памяти. Галерея и музыка. То есть, в основном, вот сюда я захожу. Просто вот, что мне это нужно, вот я сюда и захожу. Дальше идет папка, в которую я захожу чаще всего, именно просто по функциональности. Это настройки камеры, сообщения и телефона. Это для меня важнее всего, то есть камера особенно. Но фотография мне нравится, естественно, да? Угу. Класс. Вот опять же папка с этими разными приложениями, которые нужны больше для телефона, а не для меня. Именно эта папка. Это погода, калькулятор, диктофон, FM-радио, зеркало, лупа, резервные сим-карты. То есть, в основном я сюда захожу только из-за калькулятора. Вот. И следующая моя любимейшая папка, которую я просто обожаю, просто это невероятно. Сюда я захожу чаще всего, потому что здесь находятся мои любимые приложения, которые мне нужны больше всего. Да. Здесь находится Viber, это мессенджер, в котором можно общаться, переписываться, звонить друг другу. В общем, крутое приложение, скачивайте. Бонь! Инстаграм. Вот это мой аккаунт. Вот некоторые фотографии здесь. Заходите, подписывайтесь, вот на видео. Я знаю. KineMaster – это та программа, в которой я в основном просто захожу туда, чтобы добавить какую-то музыку. Может, добавлю сюда какие-то эффектики маленькие, а потом все посылаю на компьютер, и уже оставшееся видео доделаю. Да, ну, программа для видео. Не так особо для нее прям важно. Да. Не особо важна для меня. YouTube. В общем, вот. Канал. Я на тапочке. Вот, то есть, заходите. Заходите, подписывайтесь, да. Вот. Линия танца – это одна из моих любимых игр. Если вы хотите летсплей на какую-нибудь из моих игр, у меня их всего две, то пишите в комментариях. Да. Дальше идет приложение ВКонтакте. Вот. Что-то такое. Заходите, добавляйтесь. То есть, вот так вот. Мюзикли – это такое приложение, где нужно снимать видео под музыку. Вот мой аккаунт, то есть вы тоже заходите. Я буду рада, если видите здесь. Вот, то есть у меня есть 78 фанатов, 400 точнее, некоторые видео. Если хотите туториал по мюзикли, это, можно сказать, кит или что-то, типа видео, просто обучалка. В общем, если вы хотите видео про мюзикли, то набирайте 4 лайка, и тогда я снимаю это видео.
И сразу же в этом видео я покажу вам программу Funimate, то есть видео про мюзикли, я покажу вам программу Funimate, в которой я монтирую свои видео мюзикли. Да. Угу. Программа Мобизен — это программа, в которой я сейчас снимаю это видео, которая, да, нужна. Угу. Это видео, по которой я хочу делать, возможно, летсплей. В общем, пишите в комментариях, на какую игру вы больше хотите летсплей, на Линию Танца или на Пайперион. Ну и, в общем-то, последнее такое приложение — это Слушай Яндекс. Это бот Алиса от Яндекса. Ну, в общем, там просто ты можешь, это как Siri, это ты можешь ей задать либо вопрос, либо тебе просто ответить, либо найдется что-то в Яндексе. Вот, да, вот так вот. Если что, то у меня телефон Huawei 5. Да. То есть, если вам что-то, какие-то вопросы, задавайте. Да. Ну, в общем-то, если вы наберете 4 лайка, то я сниму видео про мюзикли и как монтировать. Больно! Вот, то есть, вот, ну, в общем, на этом мое видео подходит к концу, не забывайте подписываться, ставить лайки, и на этом мое видео заканчивается, и всем пока-пока!